Прикольно. Взяли ручки, пишем с красной строки. Дверь отворилась. В комнату вошел Герасим. Вошел Герасим. Здравствуйте. Вы к кому? А, это вам к директору надо. Так, записываем, продолжаем. Тихо. Я сказала всем писать. Училка поставила. Ты меня слышишь? Мне за диктант так, пятерку. А вот. В горнице было светло. Ёлкин, а ты диктант можешь не писать. Я все равно знаю, что ты его на 5 напишешь. Лучше я тебе сразу 5 поставлю. Ничего себе! Ух ты! Так, пишем с красной строки. Герасим принес Муму в гостиную и поставил на паркет. Барыня, ну, Машка, держись. Машка влюбилась в меня. Такой классный. Да. Вам чего? Вы кто такие? Я Машка Петрова из 7-го. Я Машка Белкина из 6-го Б. А я Машка Синицына из 5-го В. А я Машка Бочкина. Куда?